3 марта 2023 года существует множество праздников в разных концах света. Но теперь этот красный день календаря дошел и до Таркова. Ведь множество игроков постоянно спрашивает, стоит ли строить биткоин-ферму. Просто посмотри на стоимость биткоина. Она выросла на 220% всего за один день. Но это не единственное изменение. Также разработчик увеличил шанс появления культистов, а еще понизили скорость реакции на 30% для всех боссов при первом огневом контакте. Я это проверил пару раз в офлайне, и то, как это выглядело у тебя на экране. Еще БСГ сообщили, что увеличили минимальное время со старта рейда, когда игрок дикий может зайти в одну локацию, что будет удобно для ЧВКшников на карте Маяк. Снижены требования к репутации на барахолке. Раньше 4-й слот открывался на 70 единицах, а сейчас он мне доступен при 59. И дополнительно прошла волна банов по РМТшникам, ребятам, которые за реальные деньги продают игровые ценности в Таркове. А вчера была новость о том, что барахолка снова видоизменится. Совсем скоро выставлять предметы по бартеру на барахолке будет невозможно. Все сделки будут происходить исключительно в денежном эквиваленте.